Я верил в тебя, дитя мое, и ныне моя вера вознаграждена. Теперь мы можем перейти к следующему этапу. Когда северо-восточная оборонная система ГСБ будет нейтрализована, Филадельфия станет уязвимой. Вскоре все руководство ГСБ прибудет на борт космической станции на ежегодное собрание. Однако одного человека следует задержать. Это Редмонд Бойл. Политик, чья жадность равна лишь его тщеславию. Если ты совершишь налет на казну ГСБ, он отложит свой полет. Хотите, чтобы он выжил? Ну да, дорогая. Мистер Бойл должен возглавить ГСБ. Действуй скорее, дитя. У нас много дел. Я знаю, ты следишь за мной. Ты всегда следишь. Всегда. И здравствуйте, друзья! С вами снова Ви, и мы приглашаем с вами играть в Command Conqueror 3 Ярость Кейна. У нас на очереди следующая миссия. Не все то золото. Поехали! Ядрёно, уж вот эта база. Громоверцы, стражи бункера, ультразвуковые. Установите маяки на каждой энергостанции. После этого наша артиллерия сможет нанести по ним прицельный удар. Угу. Новое задание. До среда. Обнаружен потери. Обнаружена база противника. Ладно, поехали. Я не хочу вступать в битву. Установите. Здесь никого. Не сейчас бухнет. Ладно. Ставьте еще одно. Так, пошли. Дальше, дальше, дальше. Установим. И теперь финальный маячок. Ну, ядрен батон, живи, 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 жио, жио, жио. А, блин, это чертова хера на тень идет. Шлепните. Все, уходим теперь. Красота! Че, подкрепление типа? О, фантомы, ядрен батон. Красота. Артиллерия невидимая до выстрела. Ну. Уничтожьте центр управления. Тогда ионные орудия не смогут нанести ответный удар. Это обновлены. Так, хорошо, значится. Так, значит, нам надо золото стыбзить. Золото у нас вот тут находится. Полетели. Нам сейчас ничто не угрожает. ПВО отключены. Вот эти вот твари, которые молоты, они не умеют атаковать по воздуху. Кто-то мне еще в ВК написал. Спускаемся, парни. Спускаемся, дятлы! Обнаружен
Ну, давайте, забирайте золото. Без следа. Тишина. Держимся в тени. Так, тут забрали золото. Вы стойте. Славная тень. Так, значит... Обнаружены базовые. Вот так вот сделаем. Сейчас разобьем нахрен ему барону все. Черенокс. Красота. Обожаю фантомов. Слушай ты, ёпта! Всем бордели уже! Вот твари! Всем охренели! Охренительно! Ладно, уезжаем. Обнаружена база противника. Хотя, в принципе... Ну-ка, проследим сейчас за молотами этими. Сейчас проверим, у них ПВО... Нет, у них тут бульдоги. ПВО работает? Нет, ПВО не работает. Окей. Обнаружен противник. Значит, у меня есть некоторая вероятность, что мои тени смогут сюда пролететь и установить маяк. У них два бульдога, вот в этом вся сложность. Обнаружена база противника. Да, в этом вся сложность как раз. Потому что их тут двое, точно так же, как молотов. Слетаем от кого-то сюда, пожалуй. Обнаружен противник. Так, бункеры у нас обезврежены. Обнаружена база противника. Так, а вот эти вот твари у нас, они тут тоже работают. Спускаемся. Утырки. Живо, бежим. Призраки, живо, с атакой сюда. Пехоту убейте. Убейте этих бульдогов. Давайте убивайте этих гадов. Ты не сдох, что ли, еще? Так, ладно. Фантомы, живо, под прикрытие призраков. Давайте быстрее. Тени также вперед. С атакой. Один сюда, другой сюда. Призраки по периметру. Ладно, вру. Не так близко друг к другу. И не так далеко от фантомов. Так, будешь дальше нести смерть, чувак. Мы бабло соберем тут. Все, золото готово. Теперь надо как-то эту базу надо снять. Так, ну моя задея с тенями точно провалится. Она не пройдет. Просто it shall not pass. Так, вы не палитесь раньше времени, ладно уж. Призраки это все сделают.
Так, вы спереди. Вы посередке. Вы сзади. Тенями идти, это, по-моему, бред. Ну что, во-первых, у них там эти чертовые бульдоги. Во-вторых, у них там молоты эти летают. Хотя они, по идее, не должны обнаруживать невидимые объекты, но они обнаруживают почему-то. Поэтому это все гнилое дело. Снимайте все, что можно тут. Так, теперь вот это снимите. Красавчики, заодно бульдога сняли. Так, теперь вот эту ПВОшку. На, чуть-чуть не хватило. Хотя если постараться, хватило, красавцы. Опс, не так. Тихо. Ну куда вы, ёперный, балетный, театральные-то институты? Лежать бояться. Брейс. Фу, кэш. Гранатометчики откуда-то. Тут штурмовики вылезают. Так, ну давай. Подсвети мне. Молодец. Шатай, болта делай. Молодцы. Ну и теперь осталось только центр завалить. Ты еще молот этот. Надо бы тоже. Так, вынести этого молота, пока он не нашел мою рту. Казна ГСБ беззащитна. Начинайте операцию. Такой простой просто, ё-моё. Бульдоги есть? Бульдогов нет. Тогда пришло время для теней. Дайте агрессивную тактику, а? Взлетаем. И попытаемся пролететь. Понятно теперь. Давайте бегом. Чтоб собака нашаманили, а? Банду ушли все-таки. Обнаружена база цель. Давайте с одного залпа вынести, умоляю вас. Не смогли. Так, меня этот аэродром уже бесит. Так что пойдем вынесем его.
вынести аэродром. Вынесли красавчики. Че, яйца что ли выросли, самим атаковать? Походу. Интересно, доказания они отсюда достанут? Нет, не достанут. Молодцы. Три элитных. Так, вертолеты вроде бы больше не летают. Красотень. Значит, как ничего так. Вот и все. Не по... А. Да, у нас всего один. Вертошлюшка летает. Куда? Твою мать, я же забыл, что они агрессивные у меня. Просто красота. Симфония смерти. Вот вечно бы любовался. Давайте, ребята, за работу. Просто красота. Успокоились, парни. Зря. Смерть и разрушение. Пророк просил поздравить тебя с победой. Ты способнее, чем я думала. Благодарю. Так, это есть, это есть, и это есть. Так, ну и давайте. Дальше. Они думали, что мы побеждены и что я мертв. Они ослабили внимание и не сумели обезвредить зверя.
Однако ГСП по-прежнему опасна и готова к нападению. Поэтому я отвожу наши войска с восточного побережья. Мы отступаем, Владик? Нет, но наши враги в своем ослеплении решат, что мы устрашились. И обратились к нам. Пока ГСП празднует победу, мы соберем силы и подготовимся к самой сложной и опасной фазе нашей операции. Мы на пороге того, чтобы получить величайшие знания в нашей жизни. Пришло время обратить наши взоры к небесам. Гости скоро. Поиск по архивам. Сверхинтеллектуальная новейшая организационная доктрина. Кабл. Ладно. Так, доктор Жиро. Ладненько. Исследование доктора Жиро в области жидкого тления представляет угрозу планам Кейна. Пророк хочет, чтобы ты похитил ученого. Возможно, наши доводы помогут обратить его работу на благо Кейна. Слово Кейна, вы должны захватить в плен доктора Жиро. Выдвигайтесь к его лаборатории. Доступны новые постройки. Новое задание. Строительство. Ой, как. Научка. Разворачивайся. Строительство завершено. Доступны новые казармы. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Отмена. Строительство. Еще энергии. Строительство. Эксперименталочка. Развертывание невозможно. Строительство. Так, против танков есть. Строительство завершено. Строительство. Против пехоты. Ладно, подождем, пока эксперименталка достроится. Строительство завершено. Нехватка энергии. Доступны новые. Хрен сошаль тебе, нехватка энергии. Ну, бляха. Конечно, огнеметные против их танков слабы. Причем конкретно. Когда начнем? Строительство завершено. Ну, можно пару обелисков воткнуть. Сюда вот. Стоп. Твою мать. За кого играем, получается?
каких-то черных братьев. Блин. Фак. У нас призраки хреновые. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Обнаружен противник. Хвала Джигурде. Приостановлено. Отмена. На базу добавлено. Строительство завершено. Так, воткнул, воткнул, воткнул. Строительство. Идет ремонт. Ставим. Строительство завершено. Так, первый готов. Воткнули. ПВО у нас нет. Строительство завершено. Строительство. Поспешил. Идет ремонт. Ну что, надо двойное ПВО, значит. Нам нужны новые земли. Я посланец Кейна. Территорию большую отхватывать мы не будем. Но будем периодически сохраняться. Мало ли что. Наше братство вечно. Чтоб вас за яичницу. Погодите. Итак, ребята, продолжаем с вами. Так, мне бы что-нибудь против танков. Собака. Кто тут инженер? И дедлайс какой-то. Мужик, ты не возьмешь. У меня никакое здание. О, я знаю. Я сейчас две лучевых сделаю пушечки. И перенаправлю все это на обелиски. Идет ремонт. Лучевая пушка готова. На базу, на базу. Проверка оптики. Заряжай. Недостаточно средств. Тест пройден. Но тут хрень увеличивает скорость стрельбы и дальность, как видите. Такая охренительная хрень. Это просто охренеть. Так, значит, делаем так. Так, девочки, делаем вот раз, два. И делаем три. Парень назад. Система в норме. На связи. Давайте вот так сделаем. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство.
Так, так и вот так. Вот так как-то. Так у меня теперь скоро подойдет к концу уже. Недостаточно средств. Надо эту базу штурмовать. Причем-то конкретно ее штурмовать надо. Авиации у меня нет. Придется как-то вот сюда выбиваться надо. На базу напали. Да, надо как-то туда выбиться. Лучше захватить это вот все дело. Строительство завершено. Сейчас мы сами защитимся. Вот так. Все это чиним. И еще один обелиск вот сюда вот к ним. Кстати, самое смешное, что есть вот такой баг, есть? Могут находиться только два карателя и сразу статус ветеранов. Да и этим ветлам тоже ветерана сразу же дают. Так, ты транслируешь вот сюда. Так, вот смотрите, вот... Блин, я даже не знаю. Короче, вот так идет дуга. Система в норме. На базу напали. Сейчас она вот так вот была. Вот так вот вышла. Всем охренел уже. Идут ремонт. Давайте еще парочку лучевых. На эти же обелиски. Это поможет, нет? Сейчас проверим. Да, это помогает. Можно вообще на один из четыре штуки сделать. Лучше пять. Лучевая пушка готова. Максимальная интенсивность, система в норме. Так, то есть вот такой вот маленький радиус действия, скажем, по дереву. Сейчас достроится еще одна. Лучевая пушка готова. Сейчас посмотрим, насколько быстро. Он будет стрелять. Так, запомнили, по дереву. Тест пройден. Все пятеро. Транслируемся. Хиринокс. Считаю, два раза где-то увеличился радиус действия. Его сейчас везде можешь доставать. Практически везде. Так, а теперь мне нужны... Так. Кто мне нужен тайный храм, да, все правильно для, собственно. Ну ядрить он стреляет четко прямо, а? Ядрена ложь. А какой застопорить-то? О, все, застопорил. Так, мне сейчас нужен тайный храмчик. Нужен еще. Ядрёна вошь, у нас же нет маскировки, я забыл. Где-то уж тут понадеялся. Сейчас еще все это замаскирую и все будет охренительно. А хрен мне, весь макияж. Так, это у нас па-па-па-па-па-па-па-па. Так, 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 так. Ага. Совсем уже оборзели. Штурмовики эти. Так, ладно. Хрен сошел с вами. Давайте мне два карателя и три техника. А, еще четырехствольное орудие. И, скажем, тибериевые ракеты. Я что-то разошелся.
первые ракеты нахрен. Четырехствольное орудие мне больше нужно. Все охренительно. Теперь можем каратель доделать. Вот у нас сразу же элитный у нас ветеран выходит. Эти у нас первого ранга с огнем очищающим, который делается вот тут у нас. Черные братья. Окей. Так, значит, сейчас идем, захватываем вот это дело. Ядрен батон? Ну-ка, живо их ушатали, девочки мои. Живо ушатали. Живо. Умницы. Так, теперь вы трое. Переходите вот туда. Так, каратели у меня бегут. Вперед и вверх. Я так думаю, они отсюда приходят все. Да, инженер сейчас будет долго идти. Так, мне нужен посланник. Организуем вот этот аванпост. Небольшой. С небольшой защитой. Так, вы за деньгами, девочки мои. Как-то вот сюда. Здесь денег нет, здесь деньги есть. Вот посланник уже готов. Он идет вот сюда. А, стоп, я вспомнил, откуда прутся эти гады. Я вспомнил. У них вот тут база. Так что вот тут можно не запариваться. Так, вы вниз, парни. Здесь пехота. Оборзевшая в край. Говорите, нужны хранилища. Давайте-ка вы мне обогатитель сюда поставите, окей. Так, вы побежите вот сюда. Ты будешь их охранять. База противника не страшно. Забираем. Строим вот тут. Не это вижу. Так. Давай, разворачивайся, парень. Кто там готов? А, я все-таки заказал их, да? Окей. Тогда давайте кран мне. Так. Давайте. Давайте вот так. Обнаружена база противника. Ага, вижу. Недостаточно средств. Так, а теперь мне нужны мои лучевые. Проверка оптики. Это, думаю, три штучки. Будет достаточно. Очистители они не умеют реквизировать, так что вот сразу вот сюда. Давайте мне 5К. Охренительно просто. Задавить их уродов. Ну за... На, господи. Вражеский
Так, Фаладжи говорит, что этот остался жив. Так, это продаем вас на смерть. Так, вы у меня работаете вот так. Ты разнесешь, вот это я сказал. Ты разнесешь. Ой, ядрит, бандрит. Это вынеси сначала. Захватить. Вы где соснули? Так, молодцы. Вот это вынеси еще. Умница. Так, 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 так. Вот сюда. Значит, сан. Так, вы смертники. Так, ты делаешь вот так, ты вот так делаешь. Так, и пошли. Иди туда. Я так чувствую, мне нужен огонь очищающий, да, тут? Дайте мне огонь очищающий, парня. Так, вы делаете вот так. Мы делаем вот так. Вы сюда же. Работай. Так, вы два мудрака. Вместе, живо. Живо соединились. Ядрен батон. Я ж забыл про этих тварей. Названием косатки. Которые косят, 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 косят. Которые косяки делают. Огонь очищающий? Да, красиво. Только не говорите мне, что вы зарядились уже. Понимаете, надо было захватить эти здания. Хрен сошаль. Ядрит Мадрид. Лишний 5к удалил. Так. Вы, девочки. Бежите вот сюда. Так, ага. Значит, это вот сюда. Вы две дуры. Так, 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 так. Тут трое подпитывают. Все хорошо. Тибериевая ракета мне жива. Заделали. Это продать нельзя, окей. Так, значит, это вот так делаем. Я поняла. Вот так вот. Значит, вся. Делаем три фантома. Еще поставим казармы. Вот сюда как раз. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Делаем техника. Только вот тут фантома не невидимые. Потому что мы сейчас за черных братьев играем, не за нот.
охренительно просто. Я вам сейчас яйца оторву вместе с вашей базой. Жом, мне это подпитываем. Не достает. Добейте сами, убейте его к яйцам, ко всем святым угодникам, убейте его. Они хрен его не убьют, они скорее отсосут. Так, где? Каратели, вперед, живо! Яйца оторву. Так я чего отрывать-то? Нечего отрывать. Ты что ли достаешь до них всех? Каратели, вашу мать, где вы там? Не вовремя вы там решили посношаться с кем-то. Так, второй. Значит, первый. Третий очиститель мне живое. Ну, каратели живее. Немного осталось тут жить им. Жить им. Немного я осталось. Ну, подорви, успей. Молодец, девочка моя. Обожаю. Фу, красота. Значит так, очистители отменяются. Еще три этих оставляем. Так, вы двое вперед. Ядрен батрон. Вы их пенетрируете, вы прикрываете, вы атакуете. Ты вперед. Живо убейте их всех, фу ты, япона мать. Так, инж. Пока пофапай тут. Ядрёна вож. Убейте его. Сволочи, вы заколебали, а? Да ядрен батон. Так, ясно. Ну ёпта, какого хрена я не в курсе был об этом? Кто мне скажет, почему я был не в курсе? Почему меня не предупредили, что такое вот? Эти ушлепки меня. Охуительно. Просто, блядь. Других слов просто нет уже. Вот она, эта чертова база. Где эти два карателя чертовых? Так, мне нужно что-то быстрое мне нужно. Мотоциклы. Десятка три. Дебил. Мы пока пойдем поподрываем их немного. Моего инжа убили. Ясно, понятно. И тут же Джаггернаут стоит. Пофапывает на труп очистителя. Бежим. Не поймаешь ушлепок.
Давайте попробуем так. Тупо обойти. И взорвать к чертям собачьим. Взорвать к яичнице. Взорвите. Молодцы, девочки, теперь отходим. Ползком, но отходим. Отвали, отвали, уродище! Уйди! Вот ушлепок. Я поняла. Ладно, хорошо, что карателя нельзя так просто убить. Так, одна сюда, вторая сюда. Ладно, под контролем обе идете. Шлепните. Аэродром чертов. Молодцы, девочки, все, подыхать можете спокойно. Спокойной душой. От аэродромов мы избавились. Фух, холод в груди. Затеребонькали уже своими джаггернаутами мне. И, сука, знаешь, куда стрелять, а? Вот знаю эту шлепки, а? Вот куда? Откуда эти... Убейте этого... Утырка. Нет у вас аэродромов, отвалите. Все, живо вперед и вверх. Вот на это говно, откуда это все прется. Оно меня бесит, все, а? Убейте это! Я вам пятерной оклад за это заплачу. Уж это меня уже бесит, все. Эти дебилы тоже меня бесят. Потому что они стоят на одном месте, ни хрена не делают. Кроме как своими лазерами стреляют. Еще и встают посреди поля. Ядрена вошь. Стоп, погоди. Ее ПП с него. Ладно, шучу я. Два. Еще лучше. Два джаггернаута. Что может быть хуже, а? Ладно, согласен, пять джаггернаутов это еще хуже. У них всего один завод, это меня бесит. Его, его, взорви к чертям собачьим его яйца. Микроволновку засунем, взорви к чертям собачьим.
спокойствие. Да взорви ты уже эту пушку чертову! Сдохни! Инженер чертов! Куда поползла? Умница, девочки мои. Так. Давайте так же сделаем. Проверка оптики. Так, бежим, бежим, бежим. По-живенькому. Ой-ой-ой! Назад, назад! Живо назад, кого хрен ты оббегаешь? Дайте угадаю, у них тут еще ПП стоит. Хренам! Взорви это все к хренам! Молодцы, девочки, все, молодец. Молодцы, умнички просто. Зацеловал бы. Фух, так, ладно. Еще раз сохраняемся. К хренам все это я имел. Что там? Наставники и мясорубки. Нос к яйцам. Так, а давайте-ка с другой-то стороны. У них так сколько у них еще ультразвуковых-то есть пушек. По-моему, их несколько уже. Обнаружена база противника. Так, так, так. Что? А! Приостановлено. Стоять. Приостановлено. Обнаружен противник. Затеребонькали. Слово яйцам. Где он готов-то? Так. Вы туда, ты сюда. Вы мне вот это дело все. Строительство завершено. Ибо я не хочу, чтобы эти 5К куда-то пропали. Строительство завершено. Строительство. Конечно, можно было бы их приберечь, но... Строительство завершено. Нафиг. И не умею экономить. Так что мне носить их в яичницу. Так, все тут? Нет, не все. Все 12, отлично. Так, девочки пошли вперед. Так, штаб взорвали мне. Я помню, где это ультразвуковое, но для начала надо снять ПП.
Снимите это ПП и мы уничтожим ультразвуковое. Да, я готова. Так. Одна сюда, вторая сюда. Кто там на бал? Не понял. Это кто такой? А, это эти мантикоры, скорпионы, хрен с ними. А, вот он, этот чертов очиститель. Так. Так, вы вдвоем вот сюда. Вы две девочки мои продолжаете. А, да ну секунду. Так, и извиняюсь очередной раз. Зоколе уже. Так, значит, ставим пока что... святая джигурда. Так, а зачем мне столько очистителей-то? Так, значит, мне нужны хороны. И... Так, я сделал 5, 5, 4, 15. Значит, вот так. Ёпта. БТИ. Твою мать, я в первом все это делаю. Стой, ать два. Так, вы мне пока почистите. Все, беги. Пока. Без следа, без следа. И хрена ли? Вот так вот. Все теперь обратно. Ты на захват. Ты, баба, остаешься там. Все чистители сюда. Так. Ракетометчики распределяемся по хоронам. Скоро вы поймете, почему. Так, двое туда. Двое сюда. Два туда. Два туда. И два сюда. Остальные сюда. Вы тоже сюда. Да ты издеваешься, что ли, надо мной? Все сюда чиниться, идиоты. Так, ты, баба. Идешь вот сюда, сторожить. Где техник этот? Техник еще бежит только. Надеюсь, он добежит. Все-таки. Так, один хорон сюда. Второй сюда. Третий остается тут. Четвертый сюда. Пятый сюда. Можно тут развернуться? Да, можно. Значит, вот так. Спускаемся. Нет. Пошире. Чуть-чуть. Разворот, разворот, разворот. Контролы, контролы. Так.
Получается, да, получается. Все хорошо. Так, вы сейчас вот сюда идете. Так, ты так же делаешь. На базу напали, пошли нахрен. Так, это мы сделали. Ладно, иди туда. А, и еще надо инжа сделать же. Забываю постоянно. Где десятый-то, вашу мать? А, ёпта. Я уже разучился читать. Ё-моё! Ядрёна вож! Хорошо, что я огонь сделал очищающий, а? Так. Давай сюда. Мужики, что-то их слишком до хрена тут. Ты издеваешься надо мной? Пошли вперед, ё-мо, не халтурить. А, тут еще один. Все, ладно. Ладно, идем дальше. Все чистим, все, что можно, чистим. Разбиваем всем лица к хренам. Да что, после всех за яичницу, а? Затеребонькали уже, вот правда. Звонить. Паразиты. Разбейте это к хренам. Все, берем. Давай, 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 давай. Вперед, 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 вперед. Разбей это ими, на всякий случай. Так, вроде бы мы все зачистили тут. Да, вроде все. Так, теперь вы сюда. Ну ладно, призраков, я так думаю, достаточно. Так, окейшки. Значит, поставим сюда еще. Десятка два. Вот так вот. Вы, ребята, у меня последняя линия обороны получается. Так, ты, девочка моя, бежишь сюда. Не, не сюда, вру. Вот сюда. Так, вроде бы все. 5, 7, 1. Так, вы семеро. Ладно, пофиг. Знаю, спасибо. Ладно, мои трансформеры починились там. Чините. Живее, живее, живее. Живо, 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 живо. По-живенькому. Ладно, я думаю, хорош. Ладно, эти пусть пока не нанимаются, мы захватываем здание. Постройка захвачена, задание выполнено.
захвату прошла успешно. Так, офигительно. Доктора Жиро в зоне эвакуации. Ну вашу мать. Транспортник на подходе. Повышение. Ядрёна вошь. Так. Защищайте. Мотоцикл уничтожьте всех нахрен. Всех. Спасибо. Уничтожьте это говно. Живо. Уничтожайте все, что можно. Всех уничтожайте, к чертям собачьим, к яйцам всех уничтожайте. Давайте, уничтожайте последние залпы. Пилотчики-молодчики, живо вперед, живо. Оп. Америка, Европа. Вот этих мудраков всех убейте. Всех, до единого. Вы убейте этот чертов корабль. Вы в ложке вот тут выстраиваемся. Корабль еще долго двигается. Всех убить, всех. Корабль в первую очередь. Молодцы, все, защищаем теперь эту зону. Все, они тут больше никогда не пройдут. Вот поэтому я такой периметр и построил. Из 5 хоронов с ракетчиками внутри. Поэтому мародеры у меня тут стоят. Все, тут никто не пройдет уже. Вот так вот. Вот и все. Осталось только дождаться, пока Жиро этот долетит до пункта назначения. Все переменится, родная. Все переменится, пойми. У него ни один снаряд не долетел. Такая красота. Такая красотища. Ядрит той через коромысло раскудыть. Так приятно наблюдать, как эти все торнадо, громоверцы подыхают, как собаки просто. Так приятно, ё-моё, а? Красота. Блин, почти час работал. Ну что ж, ребята, всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, всем удачи и до встречи в следующей серии.